Сергей Сыкуль волнуется. Добрый день всем на моем семейном канале. Меня зовут Елена. Вот уже второй год подряд я приезжаю в Караколь на летний отпуск. Здесь в Караколе у меня находятся дети, вернее, не в самом Караколе, а на дачах Михайловки, где находится недалеко от этих дачных Николаевского и Городского. А так вот только не помогает, где я с удовольствием отдыхаю, и никаких Швейцарий мне для отдыха не нужны. Сегодня мы едем на предприятие, которое выпускает юрты. Мы приобрели через них замечательную юрту, теперь хотим подкупить амуницию. Название предприятия Акорго Курулуш. Все для юрт. Когда в Турции было ужасное землетрясение, это предприятие сготовило 500 юрт для отправки в Турцию для населения, которое осталось без крова. Это мы приехали на цех по изготовлению юрт. Здесь национальные столики, юрты такие. Сверху юрты такая штучка ставится. Вот тут вот юрту они готовят с окнами, с дверьми, с пластиковыми. И там внутри туалет будет, душ. Вот такая юрта большая. Здесь же их обшивают. Вот какая юрта большая. Но основа металлическая. Это надо за ней ухаживать. Надо красить постоянно. Можно зайти вовнутрь? Спасибо. Вот смотрим. Вот будут пластиковые такие вот окна. Дверь. Посмотрите, здесь будет уголочек, видимо, под туалет. И здесь будет еще одно окно. И наверху, как положено, окошечко будет у нас. Ну, у нас, извините, это манера моего общения. Вот здесь, видимо, открываться будет, и будет туалет, и душ. Отлично. Ну, вот такая у нас юрта. Мы здесь покупали. Привет! Ассаламу алейкум! Вот такая юрта. Вот Насте предлагали вот такую яркую обивку. Она попроще выбрала, потому что у нее яркие матрасики, топчаны все. Размер наш. Такой утеплитель идет, то есть 3-4 слоя. У нас, по-моему, 4 слоя или 3, то есть дождевая ткань от дождя. Вот утеплитель вот такой идет, ветошь идет. И внутри красивая ткань. То есть юрта довольно теплая. Вот тоже юрта будет готовиться, видите, полностью деревянная. То есть не так, как у нас тканью обшита, а деревом, фанерой. А потом уже будет поверху ткань. Но это тоже будет благоустроенная. Интересно цену узнать за такую юрту. И вот здесь вот огромная юрта будет, огромная, больше нашей. Тут я не знаю, тут... прямо трехкомнатная квартира может получиться. Ну и здесь цеха у них тоже. Моя дочура купила украшения в юрту. А как же, надо. Юрта у нас красивая. Надо до конца ее оформить. Сегодня сандыки купим. И замки на юрту. Вот эта маленькая юрточка будет состыковываться с этой большой. И в этой маленькой юрточке будет приватная зона. То есть, или, допустим, туалет, душ или терраска для летней кухни. В общем, их вот таких две будет маленьких юрты, присоединенных вот к этой большой. Ну, шикарная, конечно, для большой семьи. Но это, конечно, для ресторанов, для зон отдыха, для туризма такие заказывают. Также вот с такой бытовки делают жилое помещение. Вот видите, двери стоят. Внутри кухня, пластиковые окна. Тоже можно заказать. Сука, ну вот первая юрта в кемпинге Хипахай распахнула свои двери. Добро пожаловать. Ждем гостей. Вот посмотрите, какая у нас удобная юрточка.
Вот какая просторная. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть спальных мест. Вот такой столик, традиционный киргизский низкий столик. Вот такие красивые, не знаю, как назвать, где сидишь, сложив в определенном порядке ножки. Вот посмотрите, какая красота. Как все ярко, сочно, как в национальных красках. Это любимые цвета Средней Азии. Яркие, насыщенные, красные, зеленые, желтые, оранжевые. Вот, ну, здесь общий фон Настя выбрала так поспокойней, хотя ей предлагали тоже вот такой яркий фон, но она выбрала поспокойнее. Вот такая у нас шикарная юрта. Добро пожаловать. Юрта новая, чистая. И вот такой у нас национальный сундук. Рундук или как он называется, не знаю. Вот здесь постельное белье. Вот, и у нас сегодня сюда въезжают гости. Пока только семья из двух человек. А до этого я снимала видео, короткий ролик. Это Настины друзья останавливались ненадолго. Вот такая у нас шикарная, замечательная, значит, юрта. Электричество проведено. Все как следует. Кое-что будем докупать. Завтра мы купим два маленьких сундука. Вот большой сундук. Большой сундук вот сюда уйдет на центр, между вот этим бордовым и коричневым матрасиком он встанет, немножко сдвинутся. А сюда станут у двери два маленьких сундучка, такие с голубым и красным орнаментом, одинаковые. Вот там можно что-то, личные какие-то принадлежности, деньги, допустим, свою сумку убрать. Может быть, замочки повесим. Конечно, замочек повесим на дверь, пока его нет. Потому что люди ушли на пляж, мало ли, документы оставили здесь. Ну, вот такая у нас замечательная юрта. Добро пожаловать, Япахай. Объект готов. Вот видишь, дикие дети у меня. Крутяк. Куда мы приехали? Пожалуйста, вот вам данные, все контактные данные от Корго. Напротив вот такой магазинчик автозапчасти. Симпатичное здание. Вот целый комплекс у них здесь.